Ну, всем приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковочка. Очередная. Я пришел с магазина. Фу, на улице жара. Ой, ну что, давай. Так, ну, решил немножечко всех побаловать. А может быть, нас с Настенькой. Новые альпийские колбаски. Чоризо называется. Острый. Типа остренькие, да. Стоит, я даже смотреть не буду, я так помню, 189 рублей. Дорого, 200 рублей. Подожди, ну да. Но они как бы сейчас ничего. Горошек получается зеленый в банке. Кубань, да? Баночка. Ну, это хороший. 89 рублей за баночку. Леша, не торопись. Это хороший горошек. 89 рублей за баночку. И таких я баночек взял 2 штуки. У нас там еще есть он. Давай дальше. Во, сегодня распродажа 90 рублей. Так стоит 139. 90 рублей. Леша, не торопись. Получается, они что маслины, что оливки, ну, по 90 рублей без кости. Взял 4. 4 баночки взял, я вижу. И вот я взял 2 таких получается. Горошек. 71 рубль за баночку. Это довольно у нас вообще доступная цена. Но раньше он стоил что-то рублей 50. Не знаю, сколько он раньше стоил. 71 я рубль. Я помню. Потому что все остальное стоит за 100 рублей сейчас за банку. А сегодня вот этот сок по акции 160 рублей. Так он стоит за 200 уже. Ну, в общем, понятно, все. Сок. Давай яйца, Даша, поможет, что они... Так, яйца я вот прям сегодня аккуратно нес, потому что в прошлый раз я там 2 яйца раздавил. Цена такая же, как и в прошлый раз. Она не поменялась. Там сколько? 100... Сколько эти яйца? 15 штук. Да, 15 штук. Яйца. Вот, яйцо 140 рублей на свой за вот эту покупку. Ну, вообще, цена на яйца взлетела 24 рубля. А, ну, нормально. Но она, вот, в принципе, как стоили, стоил ролл, там так и стоит ролл. Будем вот лапшой питаться. Давайте я туда все перекинем. Лапша всегда. У меня всегда была лапша. Вот я всегда хотела. Ты просила травяной чай. Да. Вот этот 109 рублей. Так, нет, это мне не пойдет. Черный опять. Нет, подожди, это значит 90 рублей. Черный. Так, вот зеленый. Вот этот 109 рублей, вот этот 90 рублей. Подожди, сына, вы меня закидываете, я же говорю, попросил. Потом, вот этот 104 рубля. На. Тоже травяной. Тоже зеленый травяной. И вот это тоже 104 рубля. На. Вот это хороший. На, тебе тут травяных чаев хватит вообще. Я люблю травяные. Смотри, взял, короче, бедро куриное. Получается здесь 834 грамма, 183 рубля. Оно замороженное, ну, чтобы хранить. По факту нам сейчас нормально. Не надо. Ну, горчичка. Горчичка. Цена приемлемая. Так, кстати, сахара. Я хотел сахар еще взять, больше нету. Мама тогда 2 упаковки нам взяла. Коричневого. 81 рубль по акции. Ассорти. Соль. Соль я уже не помню. Тоже последняя пачка. Да? Больше морской соли вот такой нет. Ну, нам надолго, у нас еще есть. Ржаной муки тоже нету. Все, я поездил, поискал. Хватит заваливать. А как без муки-то нам хлеб? Ну, вот, надо самим делать муку. Мы же можем. У нас есть мельница, у нас есть рожь. Вперед. Да, В принципе, бедро такая же цена. Ну, вот это нормально. И купил крыло, не крыло, а голень куриную. Голень стоит, получается, тут 900 грамм, 206 рублей. Салатики. Ну и такая же цена, собственно говоря. Колбаса. За вторую пачку. Крыло я не стал брать, знаешь почему? Потому что тоненькое, быстро будет вымораживаться. Я не стал брать крыло, я взял... Салатики я взял тоже тут по акции, распродажа была. Масло нашел? Да, масло вот прям передо мной выгрузили. Получается, вот это стоит 129 рублей за литр. Это, наверное, дорогое. А вот это стоит 148 рублей за 700 миллилитров. Это хорошее. Вот это. Ну, это прямой отжим, это непонятно какой отжим. Так, вот эта вот колбаска нам очень понравилась, куриная. Мы ее вот попробовали. Она, во-первых, что нравится в вакуумной упаковке, хранится очень-очень долго. Ну, а состав плохой. Состав сейчас у всей колбасы плохой. Так, вот это масло 390 рублей за 400 грамм. Сейчас все, подожди. Даша, подождите, я еще не закончил. Хватит меня закидывать. Получается, сколько эта колбаса стоит? 180 рублей.
Что это, колбаса? Да. Получается, лопатку говяжью взял. Подождите, дети, Лёшенька. Да пускай на стол выложить. Ладно, хорошо. Лопатка говяжья, вот это. Сейчас посмотрю. Ну, лопатка, подожди. Вот эта лопатка стоит 490 давай, рублей давай, за килограмм. Давай. Не за вот упаковку, а за килограмм. Угу. А вот это уже получается филе. Вот это стоит уже 630 рублей за килограмм. Потому что здесь прям видать, смотрите, ну они отличаются. Это я взял на фарш, это я взял вот, ну просто готовить. Имею в виду, это филе, оно как бы, я считаю, последние. Сосиски мусульманские. Цена сколько сейчас? Получается за килограмм 235 рублей. Mm. Это самые дешевые сосиски. Они так и были. Купил сардельки замороженные тоже. Не помню, брали, не брали. Можайские. Можайские тоже, они из мяса птицы. Тут нету свинины. Состав у них довольно такой, ну не сказать, что идеальный, но такой снисходительный, скажу так. И стоят они 207 рублей за килограмм. Тоже недорого. Вот смотрите, вы пишете про, ну я не знаю, полный это состав сосисок. Вы пишете, что слишком дешево. Вот, смотрите, мясо птицы, кожа птицы, мясо птицы кусковое, эмульсия сливочная, яичный порошок, сливки сухие, соль, пряности. То есть сои нету. Но опять же, это же может сокращенный быть состав. Что на упаковке производителя? В общем, все, вот этот весь этот стол нам обошелся в 6700 рублей. Мама, снимите. Опять 6700 рублей. Так. У нас 8 марта, но у вас уже, наверное, другое, да. Другое марта. Сегодня мы на 8 марта, кстати, уже выложили ролик. Новогодний, ну, праздничный стол, да, у нас будет сегодня. Будет праздничный стол у нас сегодня, так что не надо глазки мне тут так вот. Да? Борщ, что ли, который я сварю? Ладно, до новых встреч, дорогие наши друзья. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока. И объектив в следующий раз протирай, он весь залапанный.